Греческие аналитики говорят, что соглашение по обмену облигаций между правительством страны и частными держателями греческого долга необходимо заключить в ближайшие дни, поскольку время не ждет. По мнению сотрудника Merit Securities, договор, который поможет Греции занять более твердые позиции в зоне евро, должен появиться не позднее этой недели. Я считаю, что в первую очередь Германия, а также Евросоюз и Международный валютный фонд очень хотят заключения этого соглашения. Я думаю, что задержки скоро прекратятся. Котировки акций греческих банков в понедельник поползли вниз после того, как министры финансов еврозоны отказались принимать условия частных держателей греческих облигаций по реструктуризации государственного долга. По мнению международных кредиторов, ставка купона по облигациям в размере 4% является неприемлемо высокой. Они говорят, что она должна быть значительно ниже этой отметки. Между тем, частные кредиторы заявляют, что 4% – это минимум, на который они могут пойти. Сделка необходима Греции для того, чтобы избежать дефолта и возможного выхода из еврозоны, а также для получения следующего пакета помощи. Цель реструктуризации – сократить греческий долг со 160% ВВП до 120% уже к 2020 году. Окончательное предложение по реструктуризации долга Афины намерены представить частным держателям облигаций до 13 февраля этого года.